Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет на заряд вашего экрана, это значит, нам пора валить из этой гребаной сокровищницы. Ты чё? Так. Я тут подумал, может меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится. Ой, это мне нравится больше. Не получилось. Что-то мы тут походу расхерачили. Блять. Слушайте, я, кажется, курил. Сука. Не, не вкурил. Я тут подумал, может меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Я так думаю, надо херануть вторую гранату. Блять, мимо. Что-то рвануло. Но хуяльная опускаться не перестала. А что если сделать вот так? Получилось.
Пора тебе действовать, брат. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Сейчас будет замес. Избиение лохов. Зажигательная вечеринка, да, пиздюки? Вот это вагоны, дамажки. Ух.
Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Тюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно. А, это другой. Разнообразие — это очень... Ножички. Просто ненавижу. Брат, вставай, брат. Угу. Значит, я где-то дебил. Давайте думать дальше. А, это друг. Разнообразие это очень важно. Угу. Долгий, но в принципе верный метод. Просто не вижу это. Знаю. Ничего, в стопочку надо собирать, походу. Так, и чё, последний диск? Не, опасно нахуй. Оп. Так, кажется, прикурил.
Я, может, немножко не вкурю, что именно я делаю? Успел. Ух, головолом очка какой-то. Еще одна часть шифра. Отлично. Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Нет, это они просто нас ждут. И опять замес. Так. Жареные драугры. Как ты мило. Сука. Наконец-то он подуспокоился. Да что ты будешь делать, а?
Ну-ка. Усюка. Перевернем храм. Это начинает казаться нормальным. Но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины. Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюры. Используй ноги, брат. Он знает. Потрясающе! В тот день, когда понадобится грубая сила, я буду рад, что ты рядом, брат. И мы не погибли. Это хорошо. Там, слева. Ух. Видишь, Мимир? Никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра. Поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат? Мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова твои. И я рад это слышать. Сила в единстве, о как. Кто это? Сын, где нож? Дрейва. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да,
Ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. Нихуя себе. Ну что ж. Он изображался шагающим с ветви мирового древа. Сделаем перерывчик. Спасибо, что смотрели. Как обычно. Луис, пиписька и до скорого. Адьёс, братва.